Всем привет! Мы на новом месте. Первый сигнал 40. Посмотрим, что это у нас. Непонятно пока. Там что-то есть. Что-то есть. Какой-то кусок. Кусок металла непонятный. Может быть, часть монеты. Ну, окей, берем. Потом почистим, разберемся, что это. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал о поиске монет и других артефактов нашего славного прошлого. Это канал для тех, кому интересно, что хранит наша древняя земля. Это мое небольшое хобби, которым я занимаюсь в свободное от работы время. Цель этих фильмов – показать фрагменты истории Центральной Азии разных эпох. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Благодарю всех за просмотры и ваши комментарии. Так, здесь у нас сигнал 66. Даже 64. Так, вынули. Давайте смотреть, что же это такое. Ну, это крупная монета, ребят. Это очень большая монета. Интересно, сигнал такой низкий был. Сейчас давайте проверим, какой сигнал будет. Смотрите, какого размера шайба. Всего 62. Знаете, у меня сейчас прошивка 2.0 на Деосе. Возможно, из-за этого изменились значения. Отлично, будем чистить. Картинку повешу. Вот он. А нет, это лопата была. Вот здесь где-то 78-79. Подожди-ка. Есть? Нет. Нет.
Не, здесь. Да, что-то мелкое. Нет, это типа капсули что-то. Можно найти такие прекрасные образцы керамики здесь. Смотрите, какая красота. Лазурированная керамика, обломки. Видите, сколько здесь? Старые черепицы. Не черепицы, а глиняных. Глиняных изделий. Ну, тут две черепашки стукаются друг об друга. Ползают. Мелкая, да, чешуя? Мелкая какая-то. Ага, у меня тоже чешуя. Угу. Смотри. Угу. То есть это чешуйные монеты здесь. Вот смотри. Понял? Угу. Будем чистить. Семь сигнал. Более-менее хороший сигнал наконец-то. Так, вытащил. Смотрим. Похоже, монета. Да, монета. Есть. Ну, теперь мы узнаем, что городище здесь. Отлично. Будем чистить. Картинку повешу. Восемьдесят восемь. Смотрим. Вытащили, смотрим, что это. Монета очередная. Ну, такая же примерно как была, тоже сильно брошена. Видно, что очень древняя монета. Будем чистить и выкладывать фото. Отлично. 92 сигнал, очень
резкий, звонкий и очень сильный. Вот я ее уже вижу, это монета. Скорее всего, я надеюсь, что это будет серебро. Видите, ребят, вот монета. Вот она. И она бьет 92, хотя такая же, как и те, которые били 88. Абсолютно идентично. Сейчас проверю еще раз, сколько она бьет. Да, 88 бьет. Понятно. Ну вот, господа, 96 сигнал. Это либо очень хорошая медь, либо можно даже сказать серебро, о котором я продолжаю мечтать. Надеюсь, это не алюминий. Так, непонятный сигнал, стал 99, похоже на ржавое железо. Сейчас узнаем. Да. Так, там и железо, и цветной сигнал одновременно идут. Что очень большое. Ого. Али. Я блюдо выкопал. Огромное. Советское? Не знаю. Но форма идеальная. Похоже, что уже современная эпоха. Да, с дыркой. 83 сигнал. Земля мягкая, весенняя. Степь просыпается только. 86. Сигнал у нас. Сигнальчик. Смотрим. Что-то маленькое или что-то глубоко. Да, вынул. Пока не вижу, что это. Видимо, что-то очень маленькое.
это у нас, да, кажется, монетка. Да. Достаточно маленькая монетка, сильно заросшая. Сейчас проверим, сколько она бьет у нас на металлодетекторе. 85, да. Окей. Ототру и покажу картинку. Слабый сигнал, но высокого качества, 94-95. Посмотрим, что это. Либо что-то очень мелкое, либо глубоко, как говорится. А, чешуя. Понятно. Так, надо определить пинпоинтером. Что это у нас? Это у нас монетка. Монетка времен, скорее всего, шахруха. Надо будет оттирать. Картинку размещу. Хороший сигнал, 82. В ямке лежит, никак не могу его подцепить. Все вышло, где-то здесь что-то, сигнал изменился как-то в лучшую сторону. Пуля. Похоже. Сильно смятая пуля. Или пуговица. Нет. Это скорее пуля. Вот у меня 75, это вот круглая, вот эта толстая шапка. Ага.
Тут у нас сигнал 75. Сразу с первого раза вышло. Что-то на поверхности теперь. Смотрим. Господа, не монета, это опять расплющенная пуля свинцовая. 83. Посмотрим. Восемьдесят три, 84. Небольшая чешуйчатая монетка. Окей. Гол как сокол называется. Ну показывай. А, ну классика, это же они. Да, это они. Они. А вот этот. Шахрухи. Толстый, который бил 95. А, вот этот хорош. Да, это толстый. Тут хорош, у него рельеф лучше. Ага. И вот шайба. Это все? Ну, я гонки. Мало что-то. А, ну это вон это эти. Это вот точно, 70 плюс, да. А у меня... Сейчас тебе покажу. Так, сейчас. Раз, два, три, четыре. Еще вроде было. Солидный. Ну, так. Бывает и лучше. Вот еще чешуя. Ничего. Копаем, давай. Копаем. Опять чешуя. Мелочь. Восемь шесть. Что-то на поверхности. Восемьдесят восемь.
посмотрим, что это. Похоже на сильно гнутую монету. Это именно она и есть. Гнутая монета. $85. Мелкая монетка. $89 здесь сигнал. $76 здесь сигнал. Я никак попасть не могу. Наконец-то попал. Вот такая вот монетка. Да, очередной медный фельдс. $91 здесь. Thank you.
отличный Дирхэм. Девяносто три сигнал. Монета. Какая? Вот это интересно. Что это за монета? Никак не могу понять, но это уже явно штампованная монета, а не чеканная. Похоже, казахстанские тенге. Сейчас ототрем.